Димаш Кудайбергенов стал самой узнаваемой личностью в Китае. Певец возглавляет топ-10 звезд Поднебесной уже вторую неделю. Об этом сообщил пиар-менеджер исполнителя в своем инстаграм-аккаунте. По словам Алпамыса Шаримова, при составлении рейтинга учитывается упоминаемость в интернете, в поисковых системах, просмотры видео и телевизионные рейтинги. Напомним, Димаш Кудайбергенов участвует в китайском телевизионном шоу «I'm a Singer 2017». В четвертом туре конкурса он исполнил песню на китайском языке и занял третье место.